Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить помидоры по-корейски. Это отличная закуска, очень хороша для праздничного застолья. Такой салат из зеленых помидоров можно делать и на зиму, но хранить его нужно в холодильнике. Что нам для этого потребуется? Помидоры зеленые 0,5 кило, перец болгарский 1, 2 зубчика чеснока, маленький пучок петрушки, красный перец острый по вкусу понадобится, масло растительное 1 столовая ложка, уксус 1 столовая ложка, сахар 1 чайная ложка, соль 0,5 столовой ложки. Весь состав ингредиентов смотрите в описании под видео. Итак, приступим. Помидорчики я помыла. Отрезаем попки и нарезаем кусочками, как вам больше нравится. Помидорчики зеленые мы переложили в глубокую форму. Вы можете брать кастрюльку или любую глубокую большую тарелочку. Далее мы нарежем перец соломкой. Далее нарезаем мелко чеснок. Далее мелко нарезаем петрушку. Далее добавляем соль, сахар, растительное масло, уксус, красный перец. Тщательно перемешиваем. Далее ставим на 8 часов в холодильник, и наша закуска будет готова. Или, если хотите закрыть на зиму, то перекладываем все в баночку, наливаем в кастрюльку воду на дно, кладем полотенчик и стерилизуем баночку в воде на медленном огне 10 минут. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! Пока!